Бузову жестоко бросили после шоу «План Б». Певица Ольга Бузова пожаловалась на тот факт, что ее жестоко бросили после шоу «План Б». Участники проекта прекратили общение с ней после завершения съемок. Не так давно в эфир телеканала ТНТ вышла последняя серия нашумевшего шоу «План Б». В ней Ольга выгнала обоих участников, боровшихся за ее сердце, Романа Гриценко и Валерия Поповича. Ранее фанаты гадали, кто же из двух молодых людей все-таки построит любовь со знаменитостью, но теперь же оказалось, что никому из них Бузова не отдала свое сердце. Роману поющая телеведущая заявила, что между ними имеется искра, однако на серьезное отношение рассчитывать не приходится, а Валерия сказала, что искры между ними нет, а потому мучите себя, и его звезда отечественного шоу-бизнеса не стала. Тем не менее, Ольга выразила надежду продолжить общение с обоими мужчинами, да вот только те предпочли разорвать все контакты со знаменитостью. На свою беду Бузова пожаловалась Тимуру Батрутдинову. Шоумен рассказал, что он поддерживает общение чуть ли не со всеми участницами шоу, которые бились за его сердце. На это Ольга с грустью отметила, что ее ухажеры с шоу «План Б» выражали желание поддерживать связь с певицей, да вот только стоило проекту закончиться, как они все буквально испарились. «Я слышала много громких слов на проекте от мужчин, но ни один человек не проявил ни интереса, ни заинтересованности. Никто не попытался найти меня. Все, закончились съемки проекта на Бали и закончилось великое чувство, которое мужчины, по их словам, ко мне испытывали», — печально заметила Бузова, отмечая незаинтересованность собой участниками шоу «План Б». Публикация фотографий из Инстаграм. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Бездушный мерзавец. Джигурду обвинили в изнасиловании после фото с Волочковой. Адский трэш. Малахову разнесли за позорное выступление на сцене. Сдохнет накануне твоего климакса. Молодой жене обколотого Деброва крепко досталось. Первый раз Лазарев удивил народ новостями из жизни дочери. И многое другое.